В милицию Витебска обратился автовладелец, который отдал свою машину в ремонт. Спустя 2 недели она так и не была отремонтирована, и владелец решил ее забрать. Однако в том месте, где он оставил свой автомобиль, он обнаружен не был. Мужчина обратился в милицию. Оперативники выяснили, что мастер, употребив алкоголь, решил отправиться на той самой машине в Оршу. Под Витебском его задержали сотрудники ГАИ. Однако на этом криминальная история не заканчивается. Житель областного центра уже попадал в поле зрения милиции. Он подыскивал автовладельцев, уговаривал их продать машины по доверенностям, где оговаривался срок выплаты. Обычно он составлял 1 месяц. Схожие истории потерпевших. Даже спустя 2-3 месяца деньги не поступали, новый автовладелец на связь не выходил или был недоступен. В отношении 26-летнего мужчины возбуждено 8 уголовных дел за мошенничество и 1 за угон.